Борис Джанаев участвовал в заседании коллегии прокуратуры, на котором обсудили законность в сфере республиканского и муниципального нормотворчества. Премьер подчеркнул важность взаимодействия надзорного ведомства, органов исполнительной власти и местного самоуправления. В свою очередь, исполняющий обязанности прокурора Северной Осетии Илья Иванов обозначил ряд проблем. По его словам, особого внимания требуют вопросы качества подготавливаемых проектов, на постоянном контроле регулирование социально значимых отношений, затрагивающих права граждан и хозяйствующих субъектов. По результатам заседания члены коллегии выработали меры повышения эффективности прокуратуры и региональных органов. Сегодня поднимается важный вопрос, направленный на повышение уровня законности в сфере республиканского муниципального нормотворчества. Безусловно, нужно постоянно и кропотливо повышать уровень работы. Наша задача не допускать нарушений и в случае возникновения оперативно устранять. Принципиально важно как на республиканском, так и на муниципальном уровне оттачивать нормативную базу. Хочу поблагодарить сотрудников прокуратуры республики за профессиональный подход к работе и совместные действия, направленные на один результат.